Духовка с электрической печкой, переносная небольшая, фирмы Castle. Здесь я один из этих снял, значит, с интересной поломкой. Работают верхние, но не работает духовка. Проверил, вроде бы питание идет, тены целые, целый терморегулятор на духовку и целые переключатели на духовку, но питание не проходит через вот эту, здесь получается, чтобы включить духовку, нужно, чтобы было в нуле конфорки. Если конфорки выключены, тогда духовка можно включиться. И получается, что чтобы добраться до этого переключателя, нужно снять вот эту лицевую панель. Как снимается лицевая панель? Открываете крышку вот здесь. Вот здесь два винта получается, и вот здесь два винта. После того, как снимаете, она просто, ну, вынимается. И еще надо вынимать тут для завеса вот такие вот направляющие. Они вынимаются из машинки. Просто вынимаете и все, и получаете доступ. Значит, для того и получаете доступ к вот к этому переключателю. Чтобы его открутить, ручку просто на себя вытягиваете, и здесь тоже два винтика вот таких, и тогда можете открутить, и снимается вот этот переключатель. И в чем проблема? Тут сложно, наверное, объяснить. Смотрите, вот здесь такая одна пластина, и вот этими баранчиками пластина, видите, она там такие согнутые, и этими баранчиками оно то нажимает, то отпускает контакты. И в том числе и третий есть контакт. Смотрите, сейчас вот покажу. В том числе третий контакт, он сюда подходит. И вот когда его крутили, он смялся. То есть получается, что нужно крутить всегда против часовой стрелки, и тогда вот эти баранчики наезжают с этой стороны. Если я буду крутить против часовой стрелки, сейчас покажу, они как бы нажимают вот с этой стороны, там где есть винтик, и когда они не получается, сейчас вставлю и покажу. Вот так вставил. Я когда я вращаю, он с этой стороны наезжает на вот этот порожек, с этой стороны наезжает. А когда я кручу по часовой стрелке, он наезжает с этой стороны. И так получилось, что он его загнул. Просто вот взял и смял. Загнул, соответственно, контакт загнулся и уже не попадал на вот тот контакт. Я его открутил. О, хорошо, что он не завальцован, а закручивается. Я его открутил, разогнул, и теперь смотрите, когда я его, он был смятый полностью, ну а теперь, когда я его вставлю, я его разогнул, и он попадает теперь на место, ну, достает до того контакта.
Он дутовый. Единственное, что его нужно немножко так согнуть, чтобы пока на него не нажимает контакт, он должен быть в разомкнутом состоянии, а когда нажимает, он должен замкнуться. То есть вот ну вот так вот сейчас, когда он стоит, он до контакта не достает. Он не должен доставать до контакта. То ли немножко смазать его, ну или, в общем-то, порекомендовать человеку, чтобы крутил ручку против часовой стрелки. И тогда все будет работать. Ну, сейчас все закручиваю на место. Вот такая интересная. Значит, поломка заключается в том, что человек крутил ручку по часовой стрелке. А нужно, сейчас скажу, получается, а нужно желательно против, иначе вот получилась такая ерунда. Все, теперь я уже контакт отрихтовал, сейчас его закручу на место, и все будет работать. Контакт будет восстановлен. Он не подгоревший, а просто смялся. Ну, вот такая история. В этом будет весь ремонт, так что повторять это несложно. Не сталкивался с такой. Обычно контакты подгорают, и тогда это логично. Ну, там не выдерживать нагрузку. А тут нет, просто недоработка, видимо, вот эти закругления недостаточно плавные, чтобы не заминать, а нажимать. Попробую чуть подмазать их. Может быть, тогда будет какой-то смазкой, чтобы такого больше не повторялось. Повторяйте, это несложно. Модель сейчас покажу. Я забыл вам показать модель аппарата. А модель аппарата вот такая. Куда смотреть? CPE50HK. Пич электрично. Увидимся на канале. Всего доброго. Мира вам.